Россияне в последнее время стали чаще путешествовать по стране. Внутренний туристический поток продолжает расти. Прогноз на этот год – более 60 миллионов человек. Тверь – одно из самых популярных направлений для поездок на выходные. Знакомство со столицей Верхней Волжи многие начинают с самой высокой в городе смотровой площадки, расположенной на крыше бизнес-центра «Тверь». Отсюда видны практически все знаковые места областной столицы, что позволяет определиться с будущими экскурсиями по улицам Твери. Как на ладони и центральная историческая часть города, и речной вокзал, и храмы. Я просто зашла, первые 5 минут стояла и наблюдала на всю эту красоту. Просто за один миг можно это увидеть. Это очень красиво. Я обязательно сюда приду и еще своих друзей приведу. С высоты 77 метров взором открываются потрясающие виды городского пейзажа. Волга, мосты, императорский дворец и многое другое можно рассмотреть с высоты птичьего полета. Кому-то даже видится сходство с Санкт-Петербургом. Я здесь уже не в первый раз, и здесь очень красиво, сразу видно все красоты Твери. Я всем советую сюда прийти, здесь очень красиво и атмосферно. Сориентироваться в городской архитектуре помогают информационные фотостенды, которые установлены в нескольких точках смотровой площадки. В качестве помощников экскурсоводов выступают также стойкий аудиогид с QR-кодом, который нужно отсканировать на смартфон, чтобы получить доступ к аудиофайлу. Это лишь небольшой перечень того, что можно рассмотреть с обзорной площадки «Панорама». С этой самой высокой точки города можно как начать, так и продолжить знакомство с разноликой Тверью. В части экскурсионных туров смотровая площадка входит в список мест для обязательного посещения. Впрочем, популярна она не только у гостей Твери, но и у самих горожан, которые стремятся сюда, чтобы полюбоваться красотами столицы Верхней Волжи и посидеть в летнем кафе с незабываемым видом на город.